На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями», «Требования охраны труда при выполнении работ на станочном оборудовании». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Все замечания, выявленные при проведении обходов, выданы для устранения. Сегодня на рабочем совещании под председательством директора были обсуждены результаты проведенного дня охраны труда. Ну, в целом, по станции несчастных случаев на площадке Смоленской АЭС среди работников атомной станции и подрядных организаций не допущено. Это является нашей основной целью и показателем работы охраны труда. Ну и продолжим работу по контролю за состоянием охраны труда. Ну и по улучшению состояния охраны труда на нашей площадке, на площадке атомной станции, для всех, кто занят на работах, тем более есть на что обратить внимание, есть куда стремиться.